Так, нам развернуться надо. Хотим шуточку скататься. Толпой прокатиться. Народу-то сколько еще. Подъехали! Работает. Тут нас еще догнали. Буду борщ. Сборище уродов, да? Байкеры уроды. Тут вон парни в гору пытались залезть. Один первый залез, два упали. Последний что-то очкует. У нас перекус был, шашлычка поели. Вкусно? Замечательно. Тоже понравилось. А я тут уж не первый раз. Нормально. Ну вот тоже друган, да? Подошел, что-то в воде обхохотал. И... Не, ну он может обучает. А. Так он взял бы, помог там сзади, как там дернуть бы. Или а вот обучаешь, чтобы чисто он один. Вон. Ну давай, типа. Вот, у него. Ага. Пока. Все, а вы, вам куда ехать-то? Мы на работу уже. А? Да. Забыл, что такое работа-то. Камнисто еще, блядь, сложнее. Сложнее бывает, ну. А если еще с камнями, блядь. Можно отпустить, а потом уже снизу подобрать. Не, он так может вот резать потихоньку. А как, ну тоже такой так себе вариант, где-то на ямку наскочить. Тоже он кто-то едет. Я бы не махнул, он бы не сделал. Тоже думает, да, хрусты стоят. Что с ними здороваться? Да, каждый год новый. О, эти были. Спортсмены здороваются. Да, да, да. Чисто скатил, да, его? Да. Не стал. А, вот, теперь красненький, да? На бис!
На бис! Ну давай. Гештальт. А у них там дорога-то есть как-нибудь съехать потом по-другому? Или... Желаешь за ним? Не, мне просто интересно вот так. Да, наверное, желаю. Дави, дави! Ну, ё-моё! Почти. Тоже перекусить. Посмотрим, как парни. Пиво пьем. Все, поедем по домам. Будешь борщ, блядь. А что, русская это? Да, Пугачёва включить, что ли? Это? Или... Тоха, ты помнишь, завтра я приду? Меладзе? В этом году на Балифесте ты мне свою цепь даришь. Ты в прошлом году мне обещал. Чего ты на кого с чего? Да. Дай-ка я тебя записываю, что он должен? Визит, визит. Цепь должен. А, цепь, да-да-да, это, дидовскую, да? А, или какую цепь? Вот эту собаку. А, вот эту собаку. Я ее дома оставлю, не снял с него. Поедешь, блядь. Или смолечь. Да-да-да. Ну я-то в основном сзади еду, чтобы поснимать, чтобы в кадре были. А то впереди едешь, как будто один. Неинтересно. Так, ну что, на воде отдыхают? Отдыхают, вон, с зонтиками сидят. С той стороны. Ну, прокатиться хотим, да по домам. Показывает 22 градуса. Я вам вообще куртка расстегнутая, подпадки нет. И это, без короче, перчик без пальцев. Черемухой пахнет вообще. Что у вас? А им не махнули. Кольцо тут.
булы. Я даже не знал, что что-то клюет. И там какая-то лужа. Бабу какую-то кричали. Вот, GNR. Короче, по Сурново хочу до дома доехать. Вот, смотрел.